Срочное сообщение приходит в эти минуты из Красноярского края. Потерпел крушение вертолет Ми-8. По некоторым данным, есть погибшие. Выжившие смогли связаться с экстренными службами и передать информацию о ЧП. Пока подробностей нет. Известно лишь, что воздушное судно упало в Туруханском районе. На борту находились 26 человек. К месту предполагаемого крушения отправлены поисково-спасательные группы.